Потихонечку начинаем приготавливать на фаршировку пеленгаса ингредиенты. Огурчики, лимончик, помидорчик, морковка и лук. Маринад уже готов. Вот он. И вот наша рыбка. Пеленгасик. Все-таки поймали мы его. Вот он, готовится на фаршировку. Он уже почищен, все будем фаршировать до красавца. Вот его красавца. Фаршируем. Скоро будет объедение. Вот он уже готов для жарки на костре. Вот он красавец. Все, готов. Шаурма из пеленгаса. Вот он. Шаурма из пеленгаса. Шашлычок уже практически готов, рыбку уже на мангал поставили. Вот. Все. Дело за малым осталось. Такое у нас сегодня блюдо. Пеленгас, рыбочка. Рыба моя. И свининка. Газ готов. Сейчас открываем его. Ё-моё. Что это? Какая вкусняшка. Какой запах. Ай-яй-яй. Ай-яй. Телефон жалко не передает. Блин. Да, запахи. Боже мой. Это. Вот он. Вот он, наш хороший пеленгас. Так, одно. Мы первый день пришли голодные, зашли вот этот кафе воды.